Друзья, всех приветствую на канале Чек Фуд. Были у меня выпуски, посвященные чебурекам из магазина Чижик. И вот заехал в магазин, а там оказалось, что они поменялись. Я решил купить в оперативном порядке, их попробовать и показать все это вам. Так, чебуреки. Теперь в Чижике продаются чебуреки под торговой маркой «Горячая штучка». Можно поставить на паузу и почитать. Фарш, говядина, мясо цыпленка, бройлер, мясо цыпленка, бройлер механической обвалки, лук, свежий соевый белок, крахмал картофельный, соль, регулятор кислотности, трифосфаты. Прям от состава уже неприятно. Состав, конечно, слишком навороченный всевозможными ингредиентами. Для тех, кто любит мясо. Да, учитывая, что здесь есть растительный белок и куриное мясо механической обвалки, да, для тех, кто любит мясо. Стоят эти чебуреки 27 рублей, вес у них должен быть 90 граммов, 93 с упаковкой. А это 89. Уже тут воздух вышел, он стал легче. 89. Не, 87 уже. Так, а этот 93. 89. Ну, короче, один чебурек у нас недовешенный. Один чебурек в норме 92 грамма, а один чебурек недовешенный 89 граммов. Давайте так, попробую определить параметры, по которым буду ставить оценки. Это состав, это вот довес-недовес, внешний вид, запах, вкус. В итоговую оценку буду выводить, ну, обычным средним арифметическим. Поэтому за состав ненатуральный поставлю сразу двойку. За недовес-перевес, ну, то есть один вроде бы нормальный, другой недовешенный, тоже поставлю двойку, потому что это не порядок, так не должно быть. Прошлые чебуреки весили 180 грамм, стоили они 39 рублей. Если это перевести на граммы, получается стоимость 1 грамма 21 копейка. 39 рублей на 180 грамм, да, 21 копейка там с половиной. Ну, условно говоря, 21-22 копейки. 27 рублей мы поделим на 90 граммов, мы получим стоимость грамма этого чебурека 30 копеек. То есть эти чебуреки стали дороже на единицу веса. Жарить буду на сковородке, на сухой сковородке. Разогреть на медленном огне 10-15 минут. Один чебурек. Второй чебурек. Накрою, пускай греются. Изготовитель ЗАО «Мясная галерея». Город Владимир. Кстати, анонсирую в ближайшее время на Бусте, в таком же формате, в прямом эфире, будет тест-обзор чаев. Черных чаев, зеленых чаев, фруктовых чаев. А также будет обзор кофе 3 в 1, который мы выбирали на прямом эфире на Ютубе несколько дней назад. Вот 27 числа приедет кофе, и вот после этого, наверное, на следующей неделе как раз будет прямой эфир с этим обзором. Ну что, посмотрим на готовые чебуреки. Ну, внешний вид вполне приятный. Мне, по крайней мере, нравится. Вот они поджарились, такие стали хрустящие. Вот из них немножко вытекает жир, не знаю, что внутри. Сколько там будет сока. Конечно, они дороже получаются, чем те чебуреки. Это один чебурек по весу старый. Два новых чебурека. Горячая штука. Это как один чебурек гранд меню был. Да, только это теперь будет стоить 27 на 2. 54 рубля. А тот чебурек стоил 39. Насколько я помню, состав тех чебуреков старых был чуть-чуть получше, понатуральнее. Здесь состав, конечно, намешано черти что. Особенно куриное мясо, механической обвалки. Механическая обвалка – это когда все там могут перемолоть, включая и ноги, и кости, и головы, и гребешки. Вот за внешний вид поставлю пятерку, потому что выглядит, ну, неплохо, аппетитно, аккуратно. Понюхаем, оценим запах. Нет запаха прогорклого масла, легкий аромат мяса. Местами что-то мне показалось, но нет, вроде бы запах приятный. Будем пробовать. Сока здесь нет, то есть внутри ничего не течет. А нет, течет, капает. Сок есть,
течет, капает. Разрезать, посмотреть более подробно, что здесь внутри. Вот мясо, мясо, мяса много. Сам чебурек вот такой. Выглядит как мясо. Мясо чувствуется, что оно такое желейное. В отличие от прошлых чебуреков, там было более плотное мясо. Там чувствовалось то, что все-таки там мясо, вот присутствует все-таки мясо. Здесь оно такое рыхлое, рыхлое. Хотя, учитывая, что он стал дороже, конечно, это плохо. Два за состав, два за недовес. По внешнему виду поставлю 5, по запаху поставлю 4 и по вкусу тоже 4. То есть хорошо. И в итоге у нас получается 2, 2, 12, 17. И 17 поделить на 5. Руки жирные, сейчас телефон будет жирный. 3 балла, ну 3,5 балла получается. То есть по итогу эти новые чебуреки из Чижика под маркой «Горячая штучка» Чекфуд оценивает на 3,5 балла. Хуже, дороже, чем было. Все, на этом мы заканчиваем, закругляемся. Друзья, благодарю за то, что уделили мне время. Подписывайтесь на другие площадки, подписывайтесь на Boosty, там проходят прямые эфиры. Живьем увидите, как я снимаю выпуски. Приятного вам аппетита, увидимся в следующих выпусках. Пошла заставочка с титрами.